zavětoval aktimální dněvnou dózu Sorochram. U nás v Bílce bych jedoval z takých rýmoček, značí dvě rýmočky v deň, interesy zdorově. Состав травки для гостей, которые в хирургии решите, очень позитивный для вашей пищеварительной и нервной системы. Советуем тогда первую дозу утром, вторую вечером, чтобы вы хорошо заспали. Здесь на этой снимке можете посмотреть, члены семьи Бехеровой, они работали начальниками в фирме. Информация о них и о их заслугах будут потом в конце во фильме, только одна информация не будет включена о Густаву Бехеру, внуку Йозефа. Он был во своей приватной жизни огромный кредитер женских сердца и очень любил все женщины и женился по первое во веку 64 лет с девушкой англичанкой. Здесь можете потом посмотреть нашу фабрику, была основана в 1860 году. Здесь будет фабрика Густава. Thank you.